Научно-исследовательский институт имени Склифосовского знаменит на весь мир. Это крупнейший многопрофильный научно-практический центр экстренной и плановой медицинской помощи в России. Сегодня с историей его создания знакомят химкинских школьников. Это своеобразный урок истории для воспитанников пришкольного лагеря, который сейчас открыт на базе 21-го лицея. Это мероприятие о связи прошлого и нынешнего для наших детей в плане здоровья, лечения и вообще нормального здорового образа жизни. Потому что мы сегодня говорили о институте Склифосовского, который не просто лечит, а помогает людям получить полноценные жизненные действия и быть счастливым. Во время Великой Отечественной войны в НИИ имени Склифосовского спасли тысячи жизней и продолжают спасать до сих пор. Этому институту уже 101 год. О его деятельности и значимости школьникам рассказали не только педагоги лицея. В беседе приняли участие и депутаты городского округа Сергей Малиновский, Алексей Федоров и лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева. Именно депутаты инициировали новый проект, который успешно стартовал в Химках. Называется он «Успех в единстве поколений». Сама суть проекта заключается в том, что этот проект имеет как раз патриотическое направление и направлен на историческое образование. Этот проект уже с интересом встречен химчанами. Очень активно жители откликнулись на призыв к участию в этом проекте. В программе проекта проведение различных историко-патриотических мероприятий, лекций, мастер-классов, а также запланированы встречи с участниками СВО. Юлия Самошина, Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.